Всем привет! Вы на канале для семьи. И сегодня мы приготовим с вами запеченный картофель в духовке с куриными крылышками. Готовится очень легко, а получается очень-очень вкусно. Ваша семья останется очень довольной и сытой. Обязательно приготовьте такой картофель с куриными крылышками. А вот и ингредиенты. Картофель очищаем, моем и нарезаем кружочками. Маринуем куриные крылышки. Добавляем к ним приправы, перец, соль и майонез. Оставляем крылышки мариноваться на 40 минут. Тем временем луковицу нарезаем полукольцами. На противень выкладываем картофель, посыпаем его приправой. Добавляем сушеный укроп. Не забудем посолить. Все хорошенько помешаем руками. Сверху на картофель выкладываем лук. На лук выкладываем курицу. Далее готовый картофель с курицей посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку еще на 10 минут. Картофель, запеченный в духовке с куриными крылышками, готов. Желаю всем приятного аппетита! Ну вот и все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал для семьи, ставьте лайки, пишите комментарии.